Друзья, всем привет! Сегодня будем делать закуски из слоеного теста. Сделаем мы это на гриле. По времени все очень быстро. 5 минут подготовки и 5 минут выпекания. Напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Первыми приготовим сырные пирожки. Творог у меня в брикете 9% жирности, соединяю с натертым сыром, добавляю чеснок, можно добавить зелень, добавляю белок и хорошо перемешиваю. Можно добавить целое яйцо. Раскатываю дрожжевое тесто. Делю на 4 части. На одну половинку выкладываю по ложке начинки. Накрываю второй частью теста и защипываю. Можно еще по краю пройтись вилочкой. И выкладываю пирожки. Они приготовятся за 4-5 минут. Вот такие красивые получились. Думаю, что можно такие приготовить и на завтрак. Все достаточно быстро. Следующее приготовим слойки с картофелем и беконом. Конечно, подойдет любая начинка, но мне нравится именно это сочетание. Картофель разминаю вилкой, добавляю жареный лук и бекон, желток, солим, перчим, все хорошо перемешиваем. Тесто раскатала, теперь выкладываю начинку, оставляя немного места с краю. И заворачиваю в рулет. Нарезаю на 6 частей. Пергамент выкладываю заготовки, сверху также прикрываю пергаментом и жарю около 4-5 минут. Вот такие румяные слойки у нас получаются. Следующим приготовим квадратики с помидором и моцареллой. Тут тоже все очень просто. Тесто раскатываю, нарезаю на 4 части. На каждую выкладываю помидорки, моцареллу, базилик, солим и защипываем свободные края в виде конверта. И вот такие быстрые и очень вкусные квадратики готовы. Их, я думаю, тоже вполне возможно приготовить прямо на завтрак. Ну и напоследок сделаем сладкий пирог с персиками. Персики и нектарины нарезаем на кусочки. Добавляю сахар. Можно добавить любимые специи и хорошо перемешиваем. Тесто раскатываю, на край выкладываю персики, сверху добавляю немного творожного сыра и накрываю второй частью. Скрепляю краешки и готовлю около 4 минут. Можно посыпать сахарной пудрой или подать шариком мороженого, будет очень вкусно. Напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Там же будут ссылочки на другие мои социальные сети и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!